Всем привет, меня зовут Оля. Сегодня у нас с вами внеплановая распаковка моей книжной посылки, так что наливайте вкусный чаечек, берите что-нибудь вкусненькое, и мы с вами окунемся в этот прекраснейший новый для меня книжный мир, точнее, с новыми для меня книжными книгами. Прежде чем мы начнем, просто хочу вам сказать, почему меня так давно не было на канале. Я очень сильно заболела. Причем заболела так, что не то чтобы я не могла читать. Ну, могла с переменным успехом. Но вот последнюю неделю действительно мне было очень тяжело и очень плохо. Поэтому практически, наверное, 3 недели или месяц я ничего не снимала, потому что не могла. Сейчас хотя бы у меня голос немножко восстановился, ну, хотя бы чуть-чуть. И эту посылку я забрала еще 3 дня назад. Вы представляете, каких мне усилий стоило не распаковывать ее и дождаться именно съемки, потому что я бы уже давно ее открыла, распечатала, но, как вы уже увидели, я сейчас ее открыла, там была закладочка и открытка. И сейчас будем разрезать пакет. Вот он у меня. Будем открывать наживую. Принесла уже ножницы. И хорошо, кстати, так все запаковали. Прям, ну, очень качественно. Всегда боюсь вот так открывать. Я боюсь порвать постоянно. Потому что у меня вообще с этим большая проблема. С ровным открыванием. Так. И еще, кстати, сразу хотелось бы вам сказать. Анонс сделать. Я жду к своему дню рождения большую, огроменную посылку книг. Причем не одну. И я вам хочу сказать так, я столько, сколько в феврале, и никогда столько не покупала. И там столько подарков, которые я вообще, вы знаете, даже не ожидала. Тоже никогда столько не было. Поэтому у меня, ну, можно сказать, март будет месяцем огроменных книжных покупок. Так что готовьтесь, буду готова я. Так, ой, а еще их как-то проклеили, так интересно. Ну вот, уже первую сейчас достанем. Не, не проклеили. Это, наверное, картоночка. Я заказывала в Латвии. Вот, что вам нужно знать. Книжный магазин есть в Латвии. И они доставляют по Европе от 50 евро бесплатно. То есть вот эта вот посылочка стоила 50 евро. 50. И еще 4 евро я отдала на почте, вот, чтобы ее забрать. Первая книжечка. Очень давно ее хотела. Потому что выходила она просто, мне кажется, много лет назад уже. Ну, шрифт такой неплохой. В общем, нормальный. Это Нита Проуз горничная. Я ее хотела, когда она была в твердой обложке, даже не знала, что она есть в мягкой. Точнее, вот выпустили, наверное, ее не так давно. Она, кстати, стоила 3,99. Посмотрите. Просто почти даром для Европы. Это 400 рублей, что в переводе на рубли. История у нас про Молли Грей, которая никогда в жизни не видела своих родителей. Воспитанная, любящая, мудрая бабушка, она работает горничной в отеле и считает это своим призванием. Ведь наводить чистоту и порядок ее подлинная страсть. А вот отношения с людьми у нее не слишком ладятся, поскольку Молли с детства была не такой, как все. Коллеги считают ее более чем странной, и у них есть, конечно же, на это основание. Ее жизнь перевернется с ног на голову, когда убивают постояльца отеля, богатого и могущественного мистера Блэка. И теперь Молли предстоит решить важную головоломку или закончить свои дни в тюрьме. Я читала что-то про отели, причем очень-очень давно. Была такая книжечка, знаете, в бежевых тонах. И вот это мне напоминает ту книгу. Мне понравилась вообще эта вся история отельная. Тем более, мы очень часто в Черногории путешествуем, постоянно где-то останавливаемся. Каждые выходные скоро будем ездить на море и, ну, соответственно, будем ночевать в отеле. А это очень интересно, когда вы останавливаетесь в отеле. И вот можно еще и прочитать такую книгу. Кстати, возьму ее в ближайшую нашу поездку. Не понимаю, как книжные блогеры сидят перед камерой и пьют чай. Я уже вся в чае, у меня уже везде по локтям течет от этого чая. Просто невозможно. Не мой форматик. Так, следующие книги у нас вообще запечатаны. Я бы, конечно, хотела вот эти все шуршащие распаковки сделать, но ой, а может быть и сделаю. Я сделаю, но обязательно сниму вам, как эти все книжечки, конечно же, выглядят в реальном виде, какой шрифт и так далее. Очень долго сомневалась по поводу вот этой истории, потому что Колин Гувер, точнее, у меня с Колин Гувер такие, знаете, отношения своеобразные.
Это, кстати, «Кости сердца». Мне очень понравилась ее книга «Тайный дневник Верити». Потом первая или какая-то последняя «Смерть Лили», она меня вообще никак не взяла. Такая была бестолковая для меня история, вообще не понравилась. «Все закончится на нас», по-моему, на 4 я оценила. «Уродливую любовь на единицу», причем я ее читала еще очень давно, до того, как Колин Гувер стала популярна, и вот ее издавали в разных вообще издательствах. По-моему, еще какие-то парочку я у нее прочитала, и на этом как-то все. А тут я хотела что-то новенькое прочитать, и при этом, чтобы это было, знаете, вот не что-то супер какое-то подростковое или легкое. Хотелось чего-то тяжелого, хотелось чего-то, чтобы я подумала, потому что я обожаю думать над книгами, обожаю думать над сюжетами, над взрослыми сюжетами. Поэтому, конечно, обратила внимание вот на эту историю. Бэйя Грин прекрасно играет в волейбол, благодаря чему поступает в университет. Впереди долгое лето, и чтобы не сидеть без дела, девушка решает устроиться на работу. Неожиданное событие путает все планы Бэйи. Она уезжает в Техас к отцу. Несмотря на скрытый и нелюдимый нрав Бэйи, новая семья отца тепло принимает девушку. А еще Бэйя знакомится с Самсоном, красивым, задумчивым парнем из богатой семьи, живущим в соседнем доме. С каждым днем герои лучше узнают друг друга и понимают, связь между ними настолько сильна, чтобы ее игнорировать. Лето подходит к концу, но разве это может закончиться, если в сердце наступила весна? Кстати, да, книга получается у нас такая сердечная весна. Я вот только сейчас, прочитав полностью, наверное, аннотацию, точнее, вспомнив аннотацию, поняла, что я только что сказала, я не хочу подростковое что-то, и, по-моему, оно здесь и есть. Я, наверное, хотела другую книгу заказать. Да, наверное, я хотела другую книгу, но решила, что вот на весну, мне кажется, идеально. Тем более у меня скоро начнут распускаться цветочки в подобных тонах, и я предвкушаю, что я наслаждаться буду. Так, следующая книга. Вот давайте незапечатанную. Самую большую книгу открываю, которая у меня здесь в этой посылке. Такая вот малышка толстенькая просто. Стоит 1500, кстати говоря. Ой, она немножко помятая, но мне кажется, это не... Это точно не в коробке было, а просто, ну, видать, еще, когда на пути в Латвию была. Так, как она хрустит, ну-ка. Чудесный звук. Это Жоаль Дикер. Загадка номер 622. Про эту книгу я уже рассказывала в подборке триллеров, зимних триллеров, где действие происходит в каком-то номере, отеле, шале, в горах, Альпы. Все вот это замкнутое пространство я рассказывала в подборке книг. Кто, кстати, не видел, обязательно посмотрите. Просто, мне кажется, супер крутое видео у меня получилось. И я тогда захотела очень прочитать эту историю. Тем более, это от автора, правда, о деле Гарри Квеберта. Я в свое время читала эту книгу и смотрела сериал. Господи, какое это большое содержание. Просто засмотреться можно. Здесь 586 страниц. Я никогда в жизни не читала корпус вживую. Я его только собирала, когда жила в России. И вот, наконец-то, я решилась. Вот подарок. Мне муж захотел подарок сделать на день рождения. Я, вот, собственно, отбирала себе книжки. И я решила, что вот хочу себе хорошую, дорогую вот книгу, которую я буду читать не один день, а прям буду с ней ездить. Причем она, кстати, такая легенькая. Не могу сказать, что тяжелое издание, но шрифт для меня немножечко все равно мелкова. Писатель отправляется отдохнуть в роскошный горный отель, но вместо отдыха распутывает таинственное преступление, совершенное там много лет назад. В этой безумной истории есть все. Труп на первой странице, любовный треугольник, блеф и театральные эффекты с участием богатых финансистов и наследниц русского дворянского рода. Кто убийца? Уж точно не тот, кого назначил на эту роль самый вдумчивый читатель. Интрига петляет, как серпантин швейцарских Альпов. Еще одна причина, почему я захотела все-таки ознакомиться с этой историей, потому что это, конечно же, швейцарские Альпы. Это те самые горы, которые мы видели, когда путешествовали сами пару месяцев назад, но не заезжали в саму Швейцарию. Я все, знаете, так гонялась. Мне кажется, любой книголюб, когда едет в какую-то страну новую для себя или в какую-то местность, он хочет взять какую-то книгу, которую там либо прочитает, либо хотя бы с ней там походит и пофотографирует на фоне. И вот я на этих эмоциях, мне кажется, еще и заказала такую историю. Идем дальше. У нас половина уже книг распакована. Так, вот опять без пленочки у нас есть тут книжка. Так. Ну, этого автора, как я уже говорила, спасибо вам.
Это благодаря вашим советам. Ого! Я уже даже забыла, что у меня там еще, оказывается, заказано. Это Lauren N. White. Кстати, тонкая-то она какая. Охотник на людей. Вообще, тонюсенькая. Вы посмотрите. А какой шрифт-то огромный. Мать моя женщина, вы посмотрите. Шрифт просто гигантский. Просто гигантский. Сразу 5 баллов за нее. Я ее заказала, потому что она 6,99 стоила. Ну, как бы дешево, потому что с той ценой, которую я вам озвучу за свою посылку из России, вы поймете, что вот это очень дешево все, что я показываю. Здесь у нас сержант Габриэль Карузо прибывает в отдаленную деревушку в глуши Юкона с одним намерением – стереть все воспоминания о серийном убийце, который разрушил его жизнь. Но, кажется, безумец идет за ним по пятам и охотится за всеми, что дорого его сердцу, в том числе за местным следопытом. Сильвер Карванонен. Задача Габриэля и Сильвера – остановить хищника во что бы то ни стало. Их ничего не должно отвлекать. Но даже ледяная тундра не может потушить пожар, вспыхнувший между ними. Теперь для Сильвера и Гейба любовь – вопрос жизни и смерти. У нас и в этой истории, это же открывает, по-моему, серию, да? Эта книга открывает серию, снова какой-то новый цикл у этого автора. Снова будет какая-то любовь, да? Охотник на людей вот здесь я не вижу. Перечень есть, но этой книги здесь нет. Вот я когда «Меркнет свет», не серийную читала. Вот, ну посмотрим, я предвкушаю. Все-таки автор мне уже понравился, и я как-то более-менее уже с уверенностью к покупке подошла. Так, две книги. Ой, ой, а я тут какую-то со скидкой забрала, представляете, 20%. Стоило 9,99, а я за 7,99 забрала. Так, они обе в пленочке, также сделаю, сделаю шуршащую распаковку, потом вам ставлю. Так, начнем со скидочной книжечки. Это «Подарок судьбы», серия книг. Я читала «Отпуск на двоих», летом читала книгу, она мне понравилась просто своей легкостью. И несмотря на то, что книга была легкая, я люблю, когда из книги вы можете что-то вынести для себя. У меня тогда был такой период жизни, что я перенесла историю дружбы между мужчиной и женщиной на историю дружбы между женщиной и женщиной. И мне тогда эта книга очень прям откликнулась, прям, ну, достаточно сильно, я бы даже так сказала. И вот еще одну книгу, которую я просто решила, ну, вот, знаете, к весне, к лету заказать и, наверное, в ближайшее прям время ее прочитать. Это «Летняя работа Лиззи Дент». Вот такая красотка, просто она очень красивая. Я когда ее первый раз в анонсах смотрела, давно причем, я ее хотела купить, но 500 рублей мне было жалко для нее, и я так и не заказала ее. А потом увидела на сайте, думаю, ну, значит, это судьба. Тем более рейтинг вроде бы не такой плохой, а я очень качественно отбираю себе книжки сюда по рейтингу. Вот, поэтому, надеюсь, она меня также не разочарует, как и другая книга из этой серии. Что если на время пожить жизнью другого человека, более успешного и востребованного? И Берди сделала это. Она представилась именем своей лучшей подруги Хизер и теперь выполняет ее обязанности. Но только Хизер-то не в курсе об этом. Однако летняя подработка в высокогорном шотландском отеле в качестве сомелье мирового уровня оказалась куда сложнее, чем Берди рассчитывала. Сможет ли она пережить лето, притворяясь своей лучшей подругой? И сможет ли Берди удержаться от того, чтобы не влюбиться в мужчину, которому она очень понравилась и который думает, что она Хизер? В общем, куча премий у этой книги, куча веселья меня, я надеюсь, будет ждать. Так что будем читать, предвкушать. Вот, наверное, главный претендент на ближайшее чтение, потому что захотелось сейчас что-то легкого. Следующая книга, точнее, уже последняя. Не вижу, что у нас это за серия, а что это вообще даже за издательство. Вообще ноль опознавательных знаков. Потом где-нибудь на развороте вам покажу. Это Лив Андерсон «Маленький красный дом» 18+. По-моему, книга про птицелова вот из этой же серии, она по рейтингу отвратительная была. Я хотела птицелова, но потом поняла, что не буду я из-за рейтинга ее заказывать. И уже наткнулась на вот эту книжечку. Поняла, что вот ее как раз я и куплю. В 1997 году дочь Евы Фостер Келси бесследно исчезает. Ева убеждена, что она стала жертвой серийного убийцы, но тело Келси так и не было найдено. Спустя годы Ева умирает, оставив все своим приемным дочерям-близнецам. Конни наследует лишь небольшую стипендию недвижимость в Нью-Мексико, а ее сестра весь бизнес и поместье в Вермонте. Их мать и при жизни не отличалась добротой, но даже умерев,
словно продолжает мстить дочерям. В общем, для меня очень интересный показался сюжет, так что будем читать, будем смотреть, что у меня получается по триллерам. Кроме двух книг, у меня все остальные триллеры. Ну, логично, логично. Все мои книжные покупки ко дню рождения. Наконец-то я хоть как-то себя порадовала, если честно. Потому что февраль у меня такой, знаете, не очень позитивный был месяц. И мои ожидания все время, что я получу, успею получить посылочку ко дню рождения, хоть одну, они наконец-то оправдались. Я наконец-то воодушевилась на чтение и уже начну читать одну из книг. Подписывайтесь, кстати, на мой телеграм-канал, там вы первыми увидите, какую книгу я буду читать, какую книгу я выберу. Увидимся с вами, надеюсь, уже в следующем ролике с моей огроменной распаковкой книжных покупок. Себе я желаю скорейшего выздоровления. Увидимся с вами, надеюсь, да, совсем скоро. Всем пока!